Всем привет! Только хотел сказать, что у нас прошел хороший такой дождик и уже завершился, как он начался вновь. Вообще погодка. Прям романтика, дома сидеть, фильмы смотреть, музыку слушать. А не вот это вот все. Ну, маем уж и маем. Что бы хотел с вами, друзья, обсудить тему очередного беспредела, который у нас происходит, когда нарушаются все обещания, законы. Я думаю, при желании вы также найдете видеоматериал по этому вопросу. В общем, у нас здесь такое село, Полыванівка, Новомосковского района. Магдалиновская громада. В общем, приехали там утром коммунальщики и отрезали одному из домов свет. А в доме проживают на данный момент переселенцы с Гуляйполя. Женщина и две бабушки престарелые. При этом хохма, люди готовы платить за свет. Отрезали за него плату электроэнергии, отрезали свет. Вот представьте себе, людям сейчас в зиму, без света, не знаю, как раньше, раньше свет тебе отрезают бесплатно. А вот если ты хочешь его подключить, ты потом платишь огромные деньги. Ну, в общем, приехали, отрезали, женщина не против платить, но проблема в том, что их поселили в дом, как переселенцев. Хозяева этого дома умерли, и там как что-то чиновники тоже тянут непонятное. Женщина как-то просила, чтобы ей открыли временный личный счет, по которому она смогла бы оплачивать, но это не делается, игнорируется, и приехали, просто отрезали свет. Хотя во время военного положения отрезать, отключать за неуплату полную или частичную не имеют права. Ведь есть закон, который защищает людей. Ну, видим, что закон не работает, и люди у нас без света. Вот это. Вот так вот. Охрана. Талант, а в охране так и живем. Сейчас с вами прогуляемся в одно место, давно не заходили, говорят, там был завоз. Для тех, кто любит эту тему, сейчас сходим. Ну, в общем, такая фигня. Что еще из интересного? Арестович выкатил свою предвыборную программу. Я так вижу, что Арестович реально метит баллотироваться в президенты. Там много пунктов, всегда все красиво. Один из главных пунктов — это то, что он готов пожертвовать территориями, которые потеряны Украиной, и нынче ими владеет Россия. Готов их отдать, чтобы вступить в НАТО. То есть пожертвовать территориями для вступления в НАТО. Ну и там реформы медицины, всего остального. И, конечно же, Арестович плотно продолжает катить бочку на нынешнюю власть. Буквально на днях назвал Зеленского, после статьи в The Time, назвав Зеленского диктатором, сказав, что он плодит коррупцию. В общем, что Зеленский сам во всем виноват. Плодит эту коррупцию и покрывает. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Прав Арестович или нет. Камеру подтянуть. Мальчик.
шортиках бегает. Жарко ему, наверное. Перейдешь дорогу. Это только дождь, сразу пробки в городе. Там центр стоит. В общем, ничего хорошего. Так что, друзья, теперь не знаешь, платить, не платить. Куда платить, кому платить. Говорили, ничего отрезать не могут, не будут. А вас пришли и все. О, новый ассортимент. Сегодня новая коллекция, друзья. 30 числа дозвонимся. Горнолыжная. Завтра я буду снимать. Шуба, бомбир. Он сказал час до 14:00. Там много. Еще теплых шмот. Подождите. 550. Ого, нифига себе. 2000. Жест какой-то. За что это 2000? Пума, ничего себе. Как раньше читали некоторые. Арита. Арита. Высока такая Арита. Арита. 700 гривен. Что-то цены какие-то космос. Но это товар эксклюзивный. Типа какие-то крутые вещи. Штаны. Найки. 1150. 1000 гривен какие-то. Шорты Adidas. Что такое? Джинсы Ли. 800 гривен. Босс. 800. Адидас. 1000. Ну что-то кто у них там цены определяет. Сейчас в дисконте можно такие штаны за 500 гривен взять. Новые. Чемпион. 700. 900 адики. Что-то 700 гривен джинсы Ли. Что-то цены, скажу честно, какой-то космос. Ли 600. Ух ты, Nike Golf для гольфа. 900 гривен. Такой какой-то космос космический. Зара. Зора 550 гривен. Блин, тарятся целыми ящиками, выгребают рубашки. Лакоста. Лакоста, крокодил. Regular Fit 600 гривен. Чё, Олимп 400. Такие рубашечки. 550. Томми Хилфигер, видите. Все, что хотите. Не знаю. Боссовская 550. Но это вещи в идеальном состоянии. Часто новые попадаются. Левайсы. Экселечка, кстати. 550 гривен. Прикольно. Продолжение следует...
1000 гривен, пумовская кофта, яблоко, Адик 900. Очень дорого на Адидас, сына. Томми Хилфигер, джемперок 700. Короче, что-то цены космические. Курточка такая теплая, 1300. Что это такое? Зара. Вижу, не хочет хвастаться. Пиджак никому не надо, 700 гривен. В общем, такое. Курточка прикольная. Сколько? 3500. Вулрич. Офигеть. Да. Короче, надо приходить в конце завозов, когда скидка на это 50%, потому что, ну, так, это какой-то космос. Фу. Видите, там оно. Угу. Соломоны, кстати, трекинговые. 1700. Даже подошва целая. Ого, смотри, какие женские сапоги. Под крокодила сделаны. Гляньте. В таких только стриптиз танцевал. 550 гривен, 38 размер. Сержио Тодзи. Интересное, наверное. Под змею 550, 42. Так, ничего интересного не вижу. Ну понятно. Детская одежда. Перекупы не тремлют, все разбирают. Что мы такие зимние на подтяжках? На рыбалку почем? 600 гривен всего. Трекер, ничего себе. Сенсориан. Это, кстати, неплохо. В спину не дует. Для зимней рыбалки. Но я зимой все равно активно двигаюсь, а в такой одежде тяжело ходить, поэтому надевался. Короче, ничего интересного. Так.
Короче, друзья, такое. Ничего интересного не вижу, но people роются какие-то пальто. Вот. Смотри, какой леопард для дам. 700 гривен. Это кто у нас? Какой-то линдекс. В такой бы и я ходил. Был бы мой размер. Вообще пушка. Вот какие. По-богатому, смотрите, все блестит. 4G какая-то. Зелье 550 гривен. Что, нормальный шмот. Ну, немножко погуляли, я вам показал. Брюки, видите, все, что хочешь. Эти люди роются. Я вам скажу так, что здесь хоть... Здесь хоть не воняет в этом секонд-хенде. За что мне нравится хумана, вот в ней хотя бы заходишь, снимаешь, нет этой вони секонд-хендовской. Ну, в принципе, такая вот прогулочка у нас с вами. Бегу дальше, а вам хорошего вечера, приятного завершения рабочего дня и до нового выхода на связь.